Более чем на 90% выполнен план этого года по укладке асфальта на нижегородских дорогах. Тротуары готовы на 60%. В Автозаводском районе дорожники уже заменили полотно на 6 улицах. Это и проспект Бусыгина, это улица Переходникова, это улица Краснодонцев, это улица Толбухина. Очень много обращений было от жителей, и руководство приняло решение о том, что мы ремонтируем в этом году и улицу Космическую тоже. Общая сумма ремонта дорог в районе 175 миллионов рублей. Все работы ведутся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Специальная комиссия вместе с контролерами партии «Единая Россия» проверяют работу подрядных организаций. Каждый из 30 человек, который проходил обучение, может в любое свободное время приехать и проверить качество строящихся и уже выполненных работ. Мы сегодня в автозаводе, до этого мы были в области на нескольких дорожных участках. Мы производим партийный контроль, общаемся с подрядчиками. С одной стороны, мы контролируем, с другой стороны, мы с ними общаемся, выявляем проблемные моменты, потенциальные проблемные моменты, потому что люди работают, у них тоже есть свои трудности. Важно не только критиковать, но очень важно еще и помогать. Всего в Нижнем Новгороде отремонтируют 32 участка дорог. Половину разметят в термопластике. Общая сумма ремонтной кампании этого года – 1 миллиард 800 миллионов рублей. Эти деньги выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В следующем году объемы ремонта должны увеличиться, считают в законодательном собрании. Все штрафы, которые будут поступать в казну Нижегородской области от фото, видео и фиксации, будут направляться в дорожный фонд, то есть на дороги. Это сумма порядка 2 миллиардов рублей. Конечно, нарушать безопасность дорожного движения, превышать скорость нехорошо, но в любом случае, если штраф поступает, они будут чисто поступать на вопросы, связанные с содержанием дорог на территории района. Сейчас подрядчики опережают графики. Все работы обещают завершить к 3 сентября. Олег Лавров, Время новостей.